Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на канал Apple Expert. И в сегодняшнем видео я вам расскажу о очень классном сервисе программного обеспечения, которое поможет исправить многие баги, неисправности и недочеты с вашим iPhone и iPad. Давайте же приступим. Как можете сами видеть, этот сервис называется TenorShare for UK. Программное обеспечение поможет исправить многие проблемы без потери данных. То есть удалить идентификатор Apple ID без пароля для iOS 11 и ранее установленных iOS. Обход экранного пароля, разблокировки iPhone, iPad. Исправить отключение iPhone, iPad без iTunes, iCloud. Удалить 4- и 6-значный пароль Touch ID, Face ID. Полностью совместим с новыми iOS 14 и новыми iPhone SE 2 второго поколения. Можно использовать полноценный iCloud, Apple ID, Apple Music, покупки программ, игр. Оставайтесь невидимыми для пользователей использования резервных копий iPhone, iPad через iTunes. Вот такое вот обычное знакомство. Так вот выглядит сайт. И что нам нужно знать об этом? Выбираем, конечно же, какую мы будем покупать сейчас. Либо же мы скачаем пробную версию для Windows 10, 8, 7. Также macOS, если кому нужно, переходим чуть-чуть ниже. Нам нужен для Windows. Жмем скачать. Выбираем сохранить. Ждем, пока наш файл скачается. Так, наш файл скачался. Ждем, пока он обработается. Завершен. Нажмем на папочку, где находится For UK. Жмем ОК. Запускаем. Запускаем процесс установки. Выбираем язык русский, конечно же. Применяем условия соглашения на диск C, Program Files, далее процесс установки. Прошел процесс установки, пускай запускается программа, жмем завершить. Здесь сворачиваем, перебрасывает на сайт, нас хотят поздравить, сказать спасибо за установку, прошло успешно. Нам показывают о том, что 10-секундный быстрый старт, как это, либо полное руководство, как это сделать, как разблокировать экран iPhone, постепенно ввести в режимы, как разблокировать учетную запись Apple ID iCloud, подробно нам указывают, что нужно сделать, и также другие программы, которые здесь есть. Нам это не интересно, мы выходим. Значит, смотрите, вот эти два подпункта: сбросить пароль и удалить Apple ID. Начнем с того, что мы сначала сбросим пароль, я вам наглядно покажу, как это сделать. То есть подключили устройство, открыли программу, выбираем. Вот видим, что ограниченное количество раз я уже ввел, телефон у нас заблокирован. Нажимаем сбросить пароль. Здесь также выбираем подпункты, то есть как это, какой у нас будет тут, либо это зависит на яблоке, режим восстановления, либо же это просто будет какой-либо другой баг с тех, что я перечислил. А нас интересует то, что нам нужно продолжить. Смотрим. Вот наш телефончик. Мы его сейчас введем в DFU режим, который нас просят. Нам нужно задержать вот эти кнопочки, чтобы у нас появился шнурок. То есть для выключения телефона полностью. И в режим DFU войдя, тогда мы уже можем произвести эту процедуру. Эта процедура может быть сделана не только с этой программой, но мы можем просто переустановить iOS, и тем временем у нас вот выберем новую iOS загруженную, с которого я сейчас файл вставлю. Вот вставим эту iOS, обновим, и как бы процесс уже будет говорить за себя. Итак, мы видим, что процесс прошел успешно. Теперь активируем телефон, введем Apple ID, данные, настроим его как новый, и все. Итак, теперь переходим к тому, чтобы удалить Apple ID. Нажимаем на этот значок, видим, что наше устройство с Apple ID. Жмем дальше. Сейчас пройдет подключение с устройством. Перезагрузится
iPhone, загрузится новая iOS и пройдет данное удаление Apple ID. Ну и вот мы можем с вами видеть, что Apple ID чист.